скопь придорожная. Да. Долбались мы здесь с Гемом. Не видно змейки. Не видно. Пигматит красивый был. Весь растащили. А здесь то ли Ильин пробовал копать. В этой копе придорожной всегда груздей много. Нынче год не груздяной. Ух ты, но они все равно есть. Да. Да-да-да. Ну, груздей сегодня пособираем. Так, хрен. Так вот. Думал, много будет. Ну, сколько-то будет груздочков, конечно. Но не так много. И поди уже. Червивые стали. Сейчас проверим. Да, тут же старые уже все. Пораньше на пару дней надо было. Кто-то резал. Старые уже. В низинке старые. Так, ну ладно, пора ведро доставать. Копь пузырь. Ставлю Ильин, Андрей Крючков. Охренеть.
Ничего, копешка.